Только сейчас ее нет в стране. Дело о побеге так и не замяли, и она скрывается. Вот и хорошо. Значит, здесь ее никто не хватится, если с ней и ребенком что-то случится. Не упусти свой шанс. Гонор свой поумерь! Раз взрослый уже должен знать, что баблосы на деревьях не растут! Да мне пофиг. Меня изнасиловал собутыльник матери. Спирин Семен Иванович. А ты мужик. А ты должен быть сильнее. И гордость свою знаешь, куда засунь? Понимаешь, девчонка в беде, и помочь ей некому. Могу я посмотреть сметную документацию? Возможно, на этом этапе еще можно что-то исправить. Значит так, мы ничего исправлять не будем, и прошу к этой теме больше не возвращаться. Thank you.